Киокусинкай – один из самых популярных видов единоборств благодаря своей безопасности и зрелищности. 11 марта в спортивной школе номер 2 состоялось первенство Красногвардейского района по этому виду карате. Первая часть соревнований – ката – своеобразный бой с воображаемым противником. Здесь оценивается не только точность движений, но и техника выполнения упражнений. В определенных местах в ката должен быть крик, и крик, соответственно, должен быть такой, чтобы это все было реально и похоже на… Действительно было видно, что спортсмен выкладывается, он понимает, что в этом месте, в этом ката происходит, поэтому дыхание, крик определяет ритм, и это один из важных моментов в оценивании. На первенстве собрались не просто лучшие спортсмены района. На татами сразились каратисты, которые уже сейчас представляют нашу страну на мировых состязаниях. Это не только накладывает определенную ответственность, но и придает уверенности в собственных силах. Некоторые ребята получили долгожданные юношеские разряды по карате, однако для них это не предел. Многие уже сейчас мечтают о звании мастера спорта международного класса. Это очень почетно, и это показывает, что в спорте не было просто так потрачено время. А еще нам тренер сказал, что можно половину экзаменов не сдавать, если мастера спорта получишь. Лучших по традиции наградили кубками и медалями. Уже на этой неделе они вернутся к своим тренировкам, чтобы и впредь с честью защищать звание победителя.